Друзья, всем привет! Сегодня приехали на рыбалочку на одно озеро, наше секретное, половить окуней. Прикупил я себе новенькую камеру. Теперь будет качество видео лучше и лучше, чем предыдущие. И вот такой вот костюм взял. Хороший, теплый. Ну и, как говорится, приехали, разбурились. Андрюха сразу поймал вот такого окунька хорошего. Ну, и я следом вот такого вот на блесну. Хороший такой, жирный. Так что окунь есть. Так что, друзья, сейчас будем пробовать, ловить, и все. Так что круто, круто. Вот тетя Оля с нами тоже. Минус 27. 29. Да, бешеные рыбаки. Сегодня еще мороз. Вот такие дела. Ну, друзья, поймал еще одного кушарика. Поменьше. Сейчас посмотрим дальше. Ага. А как увязаться теперь? С аккумулятором сюда вытащить, а? Да дайте порыбачить чуть-чуть, а? Я замерзла, у меня руки вообще замерзли. Тетя Оля замерзла, хочет палатку поставить прямо сейчас. Ладно, рыбачить пока. Минут 5. Один хороший окушок, другой поменьше у меня. Давай на камеру поймайся. На мормышку, наверное, по-любому будет. Однозначно. Ну, смотрим. Второго поймал. А? Второго поймал. А-а-а. Ну, вот и там. Кунять и... Рыба, смотри, сразу. Ну да, минус 28. Нет, надо спустить. Тише надо. У нас он есть. Ну, короче, друзья, пока не клюет. Друзья, клев пошел. Андрюха он уже столько наловил. Я вот поймал, блин, вот такой вот прикиньте, горбача, офигеть. Камера замерзла, не включал. Сейчас отогрелась, и вот начинаем запись. Блин, классно вообще. Все желаю. Жесть. Классно. Ну, друзья, сейчас перенасадим. И пробуем опять. Так. Так. Мормуш еще мелкий, блин. Ну, пойдет. Так, все, в бой. В бой, бой, в бой.
Рыбочка. Так, друзья, пошли. Ну-ка, немного тились. Ну, клюнь, клюнь, рыбка. Клюнь, рыбка. Воняет, да? Ты здесь есть? Ну, друзья, покушали немного. Сейчас дальше рыбачим. Проверил я своей камерой подводной. Рыба есть, нету. Стоит, но мало. Вот так. Сейчас вот малинку прицепил. И смотрим. Есть, но мало. Что-то окунь один. Плотва там проплывала. Как-то так. Мы не отчаиваемся. Надеюсь, должно поймать. Надо пол ведра сколько поймать. Андрюха, да, поймал, блин, пол ведра уже почти. Я одну. Я четыре. Ну, да, я тоже. Двух хороших окуней, двух поменьше. Ну, блин. Рыбочка, рыбка, рыбка. О, Андрюха. Я его на эту леску не вытащу. Ох, ох, не ох. Вытащу. Ниф. Ты, походу, меня тянешь, да, Андрюх? Меня еще тянешь. Еще и меня тянешь. Не-не-не, я его не вытащу. Саш, спускай, стравливай. Стравливаю. Стравливаю. А тут 0,8. Что-то конкретное Андрюха тащит. Не, он может небольшой, просто для этой лески большой. Да, для этой лески большой. Все равно он полкило. Да не, не полкило, меньше. Нет. Грамм 300. Ну он цепанул, да, Саша? Да, да, вот, стравил я. Ага. Все, ну хороший, да, вроде. Да, хороший. Для этой лески. Хороший, хороший. 0,8, говорю же. 0,08. Че, отцепилось? А, нет, вон. Не-не-не-не-не. Вон. Так, ребята. Вот Андрюха выловил опять. Все? Да. Опустилось. А, Андрюха, ты посмотри этот, на льду моя леска. Нет. Вот здесь где-то. Я не вижу. Только подергаю. Пошла же, что-то. Да, вроде пошла. Вот, да, малинка у меня стоит. Ну да. Ну клюет зато. Угу. Сейчас я попробую опять. Так, я хочу все убрать, это че? Ну, куда? Да, ну куда-нибудь там берите. Ну, друзья, вот выловил окуня мелкого окушка. Ну, Андрюха вон такого вытянул, капец, хорошего еська, блин. А я вот на малинку выловил. Ну, малинка такая прям у меня еще жирная, оказывается.
Так. Обратно. Давай. Ну давай. Нельзя на килограмм. Печка работает, здесь тепло, блин, в палатке. Че, Андрюха, пойдешь на улицу, что ли? У меня так клюет. Вот у нас не клюет, не знаю почему. Не клюет. О, опа-па. Че, оторвало? Сорта вытащила. Да, бормыш сняли. Вот такая подушечка у них. Но все равно бормыш посадит. Чё вы материтесь? Я аж снимаю. Ой, прости. Не вырежу. Да ничего, нормально. Мне кажется, надо прикормить. Я тоже так думаю, надо прикормить. Знаешь, мне что-то вот там сидит. Спину прям. Что-то не хочет. О, какой окунь, а. Да никакой полкило. Ну ладно, 400 грамм, ладно. 350. Хотела чуть-чуть преувеличить. Они дали. Они дали. Покажись, моя прелесть. Подними свой главный. Хороший окуняра. Вот такой он. Угу. Ну, слушай, этот такой бойкий прям окунечек. Да. Красответ. Молодцы. Положим ведёрко. Вот Андрюха что-то тебе не здоровое говорит. Я ничего не говорил. Ну, Везёк это. Вот язычки подошли, да? Угу. Давай, Саш, прикольно. Давай. Давай. Ну. Тут и чебак хороший есть. Подвязки уже пошнички. Угу, друзья, плотвичку поймал такую на Ромкину удочку. На его тульскую мормышечку. Ну, блин, такой небольшой, но, блин, сопротивляется засранец. Вот так. Мормыша. Если за плот твой, надо было туда ехать тогда. Дальше на плот. Вот всю зиму будет. Ну да. Короче, я пошел. Да, я пошел. Ну, друзья, сейчас хотим порыбачить, ходить туда, дальше. Там раньше хорошо тоже ловили. Посмотрим. Наденем коленники. Идет капец толстый. Вот это. Здесь мелко внизу.
Вот так вот, погодка хорошая. Согрелись-то уже. Ну, классно, погода. Хоть и мороз, блин. Наверное, сейчас уже 26-27, наверное, градусов. Вот так вот. Ну, короче, сейчас посмотрим, вот уже брюхо. О! Вот, блин. Короче, видно будет, ребята, сейчас набалансируем блёстки, попробуем. Вот так вот. Ох, лед такой толстый. Прям капец. Ну, друзья, пробуем. Ну что я скажу, друзья, здесь ловилась только одна мелочь гневом, вот последнее вот здесь место. Сейчас собираемся по-быстрому и хотим заехать на один затон, там может полчасика, минут 40 у нас будет, порыбачим и все домой. А так по рыбе что-то вообще, вот что поймали с утра, как приехали, нормально так прям. Андрюха там натаскал, я 5 окуней хороших поймал. И все. Вот. Вот я уже иду. Удочку оставлял, думал, здесь будем дальше рыбачить. И мелких ловить. Но решили поехать в другое место. Короче, вот так вот. Так что, сейчас посмотрим, что там будет. Так что, друзья, как-то так. Рыбачим. Первый лед. Минус 28. Капец, блин. Костюм, блин, хороший, я вам скажу. Показал себя нормально, не холодно в нем. Спасибо фишмане и магазину. Вот так вот. Как-то так. Все. Сейчас на мормышку. Саша попробует. Маленькую попробую. А Андрюшка на балансир. Ну, к вечеру вроде потеплее стало. Кажется. Потому что утром был морозец градусов 30, а то, может быть, даже чуть больше. Сейчас к вечеру. Или мы уже адаптировались, да, к морозу. Кажется, как будто потеплее. Ну, по крайней мере... Пальчики уже не мерзнут на ногах. Да, у меня тоже мерзли. Ну, прям пальцы сегодня дубели. Закат уже. Красиво. Да. Да даже минут 15 попробуем, да. Будем собираться. Надо было нам окушков там ловить, наверное. Половили бы. Я думал, тут что-нибудь такое хорошее какое-то. А, какое здесь хорошее. Здесь тогда ловили чебаков только. Хотим вымучить еще одного. Опа! Ну-ка, кто там? Та-та-та-та-та! Местный обитатель. Да-да. Местный планктон, ну, так сказать. Да, да. Я пасашка своего поймал. Ромка, удочки работают. Мормышка работает. Все, домой едем. Все, поехали домой.
и рыба моей мечты. Ты малинку, да, поставил? Угу. Ну, может, на малинку. Плотвица какая-нибудь. Захочет. Ну, я и думаю, плотвицу. Жонкина удочка. 009-я лесочка. Ага. Тульская мормышка, да? Угу. Да, что-что, мормышки классные. Но Роман... что-то не клюет. Да, Роман делает очень хорошие мормышечки. О, оп! Видели, да? Да, да, видели, Саш, видели. Была поклевочка. Ну-ка, давай-ка. Че, посмотрим. Кто-то там покушался. О, оп-оп-оп-оп. Че это такое? Что там? Кто-то есть, что ли? Ой-ой-ой! Это что за мужичок с ноготок? Прям мизинчик мой, смотри. Да, да. Капец, а вы такое умеете ловить, а? Вот такое вот чудо. Перья. Не, ну смотри, мормышка и впрямь хорошая. Работает. Рабочая мормышка. Ромка работает. Рома, привет. Да. Твои мормышки супер. Ну все, друзья, собираемся домой. Все, на том затоне поймали микро. Вот таких два штуки ерша. И все. Сейчас покажу, что мы поймали за сегодня. Так. Вот. Что? Там Андрей каких-то поймал. Вот, один мой, здоровый такой окунь, вот, попался у меня. И все, короче, на этом. И там мелочь, вот таких вот ловили, и все. Так что все, друзья, все, всем пока. Наша рыбалка закончилась. Ждите следующую рыбалку. Всем пока.